Отож, друзі, тим, хто чекає цієї теми, як правильно збирати гриби, де знайти правильний гриб, куди їхати, ну і, звичайно ж, які гриби збирати та про міфи, пов'язані з грибами, поговоримо далі з нашою ранковою гостею. Ради представити в нашій студії ранкову гостю Наталі Данилюк. Сьогодні в нас в гостях. Доброго утра вам. Спасибо большое, что вы с нами. Вместе с тем начну, наверное, с того, что организовываются туры, скажем так, грибные, мы так их и называем, для николаевцев. В субботу, воскресенье, уже не первую неделю, как вы ездите, а с николаевцами собираете грибы. Более детально, насколько популярно? Ну да, сегодня я, как бы все привыкли, да, что я зоозащитник, а сегодня я представитель, скажем так, основатель клуба путешественников «Яркое лето» в Николаеве. Все лето мы ездили три крата, Южноукраинск, Кардышинка, Херсон, то есть много-много всего интересного. И сейчас вот летний сезон подошел к концу, но осень не менее яркая, потому что мы ездим в лес, мы собираем грибы, мы собираем ягоды, и это очень интересно. К сожалению, в этом году как-то осень нас подвела, потому что было очень мало золотой осени, было очень мало тепла, мало туманов, мало дождей. По сути, только прошла неделя. Да, и собственно говоря, уже здравствуйте, заморозки. Как-то вот, ну, совсем неинтересно для грибников, поэтому вот эти выходные, которые у нас будут, суббота, воскресенье, мы очень рассчитываем. Даже если будет дождь, даже если будет холодно, мы все равно едем, потому что мы хотим грибочков. То есть это, скажем погулять. Так, это вот по прогнозам, это последнее время, когда можно будет собрать? Ну, потом можно будет подсобирать подмороженники какие-нибудь, ну и зеленушки. Зеленушки, они с первыми заморозками. Итак, если говорим вообще о грибах, то где стоит их собирать, где вы их собираете? Вот если говорить, да, николаевцам, вот наш регион, где лучше всего? Ну, в первую очередь, не надо собирать грибы возле трасс, не надо собирать грибы возле каких-то там заводов. Там, то есть гриб, он очень такой пористый организм, который из окружающей среды впитывает в себя все, что есть. То есть, если мы собираем в Цюрюпинске, мы вот в Олешковских, да, в Олешковских лицах, мы стараемся заезжать вглубь леса, туда ближе к пустыне, куда-то подальше от трассы, где чисто, где мало людей, где природа, где просто божественные запахи, там тепло, холодно, неважно, это все равно пахнет лес, это пахнут грибы, это летают птички, можно встретить там зайчика, белочку и так далее. А у нас как-то так люди вышли, о, лесосмуга, о, пахнет грибами, о, нашел грибы, да, какая разница, неважно, там подольше поварю, чесночка вот, да, положу и так далее. А якраз про ці міфи хотілося вообще поговорити, до речі, телеглядачам відразу зроблю акцент, якщо є у вас запитання, виникають, можете телефонувати до нашої студії, запитувати нашої ранкової гості, експерта стосовно грибів, де їх шукати, як знайти правильні гриби, про це все розкажемо. Ввечері, буквально вчора, коли робили анонс на нашій сторінці у Facebook, написали ще, що анонсуємо про міфи. Один із міфів опублікували і відразу з'явився фідбек від читачів сторінки, що от ми, як заядлі грибники, можемо там сказати ні, так і так далі. Пішли вже там обговорення. Сьогодні хотілося б все ж таки деякі міфи озвучити і від вас, як від експерта, чи отримати згодження і погодження на те, що це так правда, чи ні. Отже, рухаємося далі. Перший міф – це те, що їстівними грибами отруїтися неможливо. Мовляв, що ними ніяким чином не отруємося. Проте, зазначають експерти, що можна отруїтися, якщо вони або червиві, або перезрілі. Як ваша думка? Так, вот точно так же, як я говорила. То есть, если они выращены возле трассы, то же самое, смотря в зависимости от того, в какой экологии. И да, это действительно, это не, ну, не смертельный будет случай, да, не летальный, но очень даже неприятный для организма, для состояния. Я думаю, что краще поїсти так, чтобы было потом добре, а не погано. Наступний міф – це стосовно вже чесника, цибулі. Говорить про те, що голівку чесника чи цибулі кидаємо у варення цих грибів, і відповідно все буде круто, якщо вона там, да, не, якщо почерніє вона під час варення так, грибів. Так, губка все втягне в себе. Втягне, да, і да, плюс да, до да. того, якщо почерніє, то відповідно це вказує на отруйність грибів. Є така, виявляється, фермент тирозиназ, який є як в отруйних, так і не в отруйних грибах, абсолютно в усіх, тому в будь-якому випадку почорніє. Скажімо так, можна викинути таким чином і хороші гриби. Тобто да, це перевірка погана. Може ще і позеленіти, і посиніти, в залежності від того, який це чеснок, во-первых, для начала.
Тобто це, знову ж таки, для перевірки не годиться. Рухаємося далі. Дітям можна їсти гриби? А, ні, не можна. Я як мама знаю, що до 7, до 8, а краще до 10 років гриби взагалі ніяких дітям не давати. Ну, це оптимально. Там, понятне діло, що там можуть бути шампіньйони, вішенки і то. Это, ну, це достатньо тяжкий продукт для дитячого організму. А, вот, тим більше перестраховуватися. Є же ж різні гриби. Во-первых, вот почему-то нас все считают, что есть съедобные грибы, есть ядовитые грибы. Есть еще условно съедобные, есть несъедобные, есть ядовитые. Условно съедобные грибы для взрослого человека, для сильного организма, они могут вот просто съел и ничего. Ну, не такие вкусные, ну, не ароматные, ну, какой-то привкус не тот и так далее. А ребенок может уже отравиться, это может быть интоксикация, это может быть температура, там не сварение желудка. Тем более, как часто это бывает, целый день собирали, потом сварили и на ночь. И на ночь так поели хорошо, с лучком, еще свеженький хлебушек. Да, это очень вкусно, наверное. Да, вкусно, но, скажем так, могут быть проблемы уже ночью, либо на утро. Двигаемся дальше. Грибы не містять витаминов. Нет, ну как это не местит? Это вот целая таблица Менделеева в разных грибах, там в зависимости от вида, в зависимости от того, какой это гриб, когда он собирался, где он собирался. Это очень на самом деле полезный, скажем так, продукт, который в себе сочетает и витамины рослинного похожения, да, и те ферменты и витамины и минералы, которые содержатся в животных организмах. То есть вот не зря вегетарианцы, да, очень любят грибы, им это полезно, потому что они не восстанавливаются такие силы, да. А, на самом деле, да, эксперты вот говорят, именно люди, которые занимаются грибами, что больше всего витаминов именно в грибах, таких как B6, B1, витамин D и витамин E. В отличие, например, от той же морепродуктов, там и так далее, в грибах намного больше концентрат, поэтому, когда вы слышите, что в грибах нет витаминов, не верьте. А, миф наступный. Все грибы есть темни, если их долго варить, то часто изменивать воду. Я очень хочу посмотреть, как кто-то варит мухоморы 3, 4, 5, если кто-то сидит и кушает, ну какая вкуснотища. Нет, конечно, это неправда, но действительно все грибы, практически все надо проваривать, там в зависимости от вида, это разная, допустим, там температура, разная термообработка и так далее, разные личные рецепты, что вы хотите потом с ними сделать, варить, жарить, тушить, консервировать, мариновать, сушить и так далее, но если гриб ядовитый, то он ядовитый в любом случае, сколько бы вы его не варили. А, до речі, я хотів акцент ще зробити, а дехто збирається, скажімо так, збирати гриби, але не знає взагалі нічого про них, або почитав щось в інтернеті, побачив десь там краєм ока, і отруйні, і не отруйні, о, потім збираючи десь, я таке бачу, варто взяти з собою. А є, до речі, друзі, ще мобільний додаток для телефонів, де можна сфотографувати і напише, чи отруйний, чи ні. Не користуйтеся. Перевірено на собі, нічого не правда, мухомор реально фоткали і показав, що можна їсти. Єште. Тому... Мені кажется, що це приложення від врагів. Єште. А, насправді, зараз також глядачі зможуть побачити ряд грибів, які можна їсти. А, сьогодні ми просто зробимо на цьому акценти. Від вас хотілося б почути, які найчастіше в нашому південному регіоні зараз восени, оскільки говоримо про осінні гриби, можна збирати, які варто смакувати, оскільки, скажімо так, в них ну, чи не найбільша впевненість, що ними отруїтися важко. Ну, то, що я советую вот нашим путешественникам, ребятам, людям, которые с нами ездят, это масленок, это белый гриб, разновидность белого гриба, подосиновик, подберезовик, это то, что действительно мы собираем вот в Олешковских лесах. И чуть позже зеленушка, вот сейчас она уже как раз пошла. Все остальное, ну, там собирают рыжики, но, честно, боюсь я их. Вот, ну, потому что он очень вкусный гриб, он очень хороший, но есть большая вероятность ну, вот этих фальш-грибов, да, лжегрибов, которые они не являются ядовитыми, но они, вот как я говорила, уже условно съедобные, то есть можно собрать 30 рыжиков. Тут уже идет, по сути, особенность еще и приготовления, конечно, сбора и времени. 2-3 туда попадут вот этих вот фальш-лжегрибочков, и то есть испортится все блюдо. Все обедня испортилось. Ну, зачем? Казали в одному фільмі, пропало 5 рублів. Отак. А, якщо говоримо взагалі про збір грибів, чи можна якось їх ідентифікувати, що він отруйний або якийсь не такий, навіть якщо там відноситься до грибів, які їсть сімні?
Лучше собрать грибов меньше, но быть уверенным, чем собрать от много. Як бути тут впевненим, яким він має виглядати? Якщо не знаю, що на ньому от, має. Якщо ми говоримо про масленка, то він должен бути з блестящей такой вот шкурочкой, і вона легко должна сниматься. То есть, если вы сомневаетесь в грибочке, возьмите вот верхнюю шкурочку ножиком и, ну, потяните за неё. Она такая слегка резиновая. Если это лжемасленок, то она просто отламывается. Точно так же внутренняя часть, она должна быть пористая, но не бледная, с таким с фиолетово-розовым оттенком. Вот чаще всего грибы, которые являются несъедобными или там полусъедобными, у них такие вот оттенки какого-то вот трупно-розового фиолетового цвета, вот, и они сразу, ну, так вот подозрительно выглядят. Уже и на интуитивном уровне, да, да? Да, 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 да. И ножка к низу, она чаще всего так расширяется в такой бочоночек. Это когда плохой? Это когда плохой гриб. И есть грибочки, которые похожи на маслята, но вот если мы перевернем, то увидим, что шапочка внутри пластинчатая. Вот, это тоже поганка, да, сверху вроде масленок, да, красивая, но внутри пластиночки. Вот, те грибы, которые у нас растут и которые можно кушать, это вот рыжик и зеленушка, вот они внутри пластинчатые. Все остальные пластинчатые лучше не брать. Там кто-то говорит, ой, я сорвала, помылась, переоделась, вечером села покушала, легла поспать, ну, чтобы на всякий случай. А, встала, все нормально, значит, есть можно, теперь собирать буду. Не надо так делать. Який унікальний спосіб перевірки на собі. Краш-тест для себе, скажімо так. Якщо говоримо про час збору, місця збору ми зрозуміли, а якщо говоримо час збору, це має бути якийсь період після дощу, осінні дощі, які так люблять, грибними їх часто називають, і влітку також. Стосовно періоду дня, це вранці, в день, ввечері. Коли краще, коли більше? Мы собирали грибы даже на самом деле весной. Разница в том, что весной в грибочках сидят червячочки. Это есть такое. Если много солнышка было, если было сухо, то точно так же гриб будет червивый, и он очень быстро сохнет, то есть он не набирается влаги. Должны быть туманы, должно быть солнце днем, утром туманы и там к вечеру дождик. Вот это вот будет оптимально, если такая погода держится хотя бы там недельку, то тогда все, грибники рады, грибной сезон пошел, свежий воздух в лесу, красота, ведра, и это здорово. Да, видели по фотоотчетам полные лукошки, которые выносили из леса, поэтому вам хороших грибных сборов. Спасибо. В эти выходные, друзья, присоединяйтесь, я так понимаю, что в воскресенье еще есть места, так да, сказать. Да, в воскресенье там еще мест 8 осталось, в субботу полная жертва. Тому долучайтесь до этой поездки, если мрите собрать величезную кількість грибов, то долучайтесь до когорти грибників.